гражданам будет проще общаться с государством в режиме реального времени. Экономить, соответственно, и время, и деньги. Не говоря уже о том, что электронные технологии обеспечивают лучшую прозрачность, крайне необходимую для противодействия коррупции. Пятое. В короткие сроки будет начата реализация программ, которые я инициировал для поддержки семей с тремя и более детьми, а также учителей, врачей, молодых инженеров и ученых. Они должны получить лучшие возможности для улучшения жилищных условий с помощью льготной ипотеки. Победа! Единая Россия, вся страна! Все за выдвижение на пост президента России Путина Владимира Владимировича, на пост президента правительства партии России Медведев Дмитрий Анатольевич. Это полноценная реализация программы «Доступная среда». Обращаю внимание, средства на ее реализацию выделены большие. Шаг за шагом мы будем устранять сложности с передвижением инвалидов. Будем заниматься их трудоустройством и существенно увеличим количество школ с инклюзивным образованием. Отношение к инвалидам, усилия, которые мы прикладываем к этому, нам необходимы для того, чтобы условия их жизни, их возможности перестали быть ограниченными. Победа! Победа! Высшая награда, ордена, медали Медведеву, Путину, Собянину, партии «Единая Россия», патриарху Кириллу. Будут выполнены все планы, касающиеся развития бюджетной сферы. В частности, в 2012 году будет ускорено решение проблемы нехватки мест в детских садах. Для детей старше 3 лет, я считаю, ее можно полностью решить в течение 5 лет, ближайших 5 лет. Прекрасно! Наша Россия, наш президент, важна в силу права и честь. А повышая уровень оплаты труда работающих с детьми, преподавателей и воспитателей, продолжится и повышение зарплат школьных учителей. Прекрасно! Одновременно в регионах и на местах надо уделять особое внимание улучшению ситуации в учреждениях культуры, которые непосредственно работают с детьми. Я имею в виду школы искусств, музеи, клубы, библиотеки. Они в сложном положении. И правительство должно помочь территориям в реализации программ в этой сфере. Восьмое. Государство примет дополнительные меры, которые стимулируют рост семейных форм устройства детей-сирот. Прекрасно. Такое поручение я дам правительству уже в ближайшие дни. А также считаю, что главы регионов должны принять программы, необходимые для медико-психологического и педагогического сопровождения семей, которые воспитывают детей-сирот. Им нужна помощь. Поддерживаем. Она должна быть практической. Кроме того, во всех регионах необходимо завершить разработку программ социальной адаптации выпускников детских домов. В ряде территорий, напоминаю, это поручение еще не выполнено. Девятое.